В Казани прошла всероссийская гонка «Лыжня России-2021». В городе были определены сразу несколько площадок для проведения соревнований. На берегу Казанки, на улице Гаврилова, в Аметьевском лесу и в поселке Нагорный. Основной старт состязаний был дан на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино. Подробнее в следующем сюжете. На улице нулевая температура, но сейчас по-настоящему жарко на трассе всероссийской гонки «Лыжня России». Испытали сегодня свои силы более 18 тысяч человек. Среди них сотрудники и студенты Казанского университета. Очень интересно все, очень организованно. Все очень хорошо. Мы, я думаю, что справимся и с погодой, и с гололедицей. Но погода все же повлияла на трассу. Лыжникам приходилось не просто из-за обледенения снега, и было немало падений. Несмотря на это, на спортивный праздник собралось много желающих покататься на лыжах. У нас забеги нормативы ГТО уже прошли, забеги спортсменов прошли, ВИП-забег прошел. Вот сейчас ветеран стартовали, и сейчас вот общий массовый забег будет. Да. Любители спорта на общем забеге проехали более 2 километров. Своими эмоциями после проката поделилась одна из студенток Казанского федерального университета. Я не скажу, что я ехала быстро. Я 2 года не стояла на лыжах после школьных физических занятий. А сейчас испытываю очень крутое удовлетворение. Я давно хотела покататься на лыжах, и сегодня была такая возможность. Я согласилась сразу же, когда узнала об этом. Было очень круто, весело. Спорт – это не просто польза для здоровья, но еще и эмоции людей. Энджи Минибаева, Фарид Захедоглы, Универньюз. Thank you.